Киргизия. Древняя земля чабанов-кочевников. Теперь здесь живут их внуки и правнуки. Живут иной жизнью, в счастливой и дружной семье братских народов советского государства. От прошлого сохранились мудрые обычаи предков. Человек делает первые шаги по земле, чтобы оставить на ней свой след и доброе имя Созидателя. За годы советской власти на киргизской земле произошли значительные перемены. Некогда отсталая в своем экономическом развитии царская колониальная окраина стала цветущим садом, краем плодородия и богатства. Природно-климатические и экономические условия Киргизии создают благоприятные предпосылки для развития животноводства. Профессия животновода, доярки, чабана или табунщика считается в Киргизии одной из самых почетных. Среди них десятки героев социалистического труда, сотни орденоносцев. Их избирают депутатами в местные советы и верховный орган советской власти. Большую помощь животноводам оказывают киргизские ученые и селекционеры. В последние годы они значительно улучшили породность общественного скота. Особой похвалы достоин труд яководов. Разведение яков – значительное подспорье в производстве мяса. Яководы трудятся в самых высокогорных зонах, на отметках от 3 до 4 тысяч метров над уровнем моря. Даже летом здесь настоящие зимние холода и обилие снега. Однако яководы стойко переносят суровый климат верхних этажей планеты. От зари до зари не покидают седла чабаны. В Киргизии сейчас насчитывается свыше 10 миллионов овец. Их сохранность и дальнейшее увеличение поголовья зависит от таких вот людей, как Аскарбек Султангазиев. По 180 ягнят от каждой сотни овцематок получил Аскарбек. Правительство республики высоко ценит самоотверженный труд чабанов и проявляет повседневную заботу об улучшении их жилищных условий, благоустройстве быта. Каждую весну чабаны перегоняют отары овец на высокогорные пастбища. Путь туда долог и труден. Зато приволье прохладных горных долин доставляет чабанам настоящую радость. Есть о чем поговорить чабанам в часы отдыха.
Зима в горной Киргизии иногда не уступает и северной. Приходится часто менять пастбище, отыскивать склоны с более тонким снежным покровом. В памяти Аскарбека Султангазиева и это особенно трудная зима. Обильные снегопады спрятали под толщей сугробов зимние пастбища, перекрыли дороги и отдаленные горные урочища. Ощущалась острая нехватка кормов. И тогда на помощь чабанам пришли шоферы межколхозных животноводческих станций. В борьбе со стихией победителем вышел человек. До недавнего времени все поголовье овец в Киргизии было грубошерстным и малопродуктивным. Мастера животноводства вывели новую тонкорунную породу, которая дает высокие настриги ценного золотого руна. Около 5 килограммов шерсти настригает с каждой овцы своей отары кавалер ордена Ленина Кадыр Кенжетаев. Его примеру следуют сотни чабанов. По производству шерсти Киргизская ССР вышла на 3-е место в стране, уступая лишь Российской Федерации и Казахстану, значительно превосходящим республику по своим масштабам. Со стригальных пунктов республики вся шерсть поступает для первичной обработки на крупнейшую в Средней Азии такмакскую фабрику. Отсюда белая шерсть отправляется на многие текстильные предприятия Советского Союза. Часть сырья идет на изготовление тканей фрунзенским комбольно-суконным комбинатом. Акционеры Киргизии не ограничились выведением полутонкорунной и тонкорунной породы овец. Новинка последних лет – уникальная алайская породная группа. Вывел ее кандидат биологических наук Ильяс Ботбаев.
Уроженка Алая в два раза тяжелее тонкорунной овцы, к тому же имеет белую полугрубую шерсть. Благодаря этим качествам она за короткое время снискала широкую популярность во всех среднеазиатских республиках. Полугрубая шерсть алайских овец – лучшее сырье для ковровой промышленности. Больших успехов добились коневоды Киргизии. Их усилиями выведена новокиргизская порода лошадей, хорошо приспособленная к горно-пастбищному содержанию. Если вам когда-либо доведется побывать на летнем Джайлоу, обязательно посетите табунщик. Они угостят вас вкусным целебным напитком кумысом. Поистине волшебен кумыс. Он хорошо утоляет жажду, поднимает настроение, располагает к задушевным беседам. Киргизская юрта – своеобразный музей предметов народного прикладного искусства. В то же время это самое удобное летнее жилье для чабанов и табунщиков. Ни один праздник в Киргизии не обходится без конно-спортивных состязаний. Как правило, в них участвуют и сельские джигиты, демонстрируя перед народом своих питомцев. Хороший конь, крылья джигита – гордость народа. Вот где может чабан или молодой табунщик показать свою удаль, умение держаться в седле. А в киргизской народной игре кыс-кумай догнать и поцеловать озорную девушку. Каждым годом меняется образ жизни и культура киргизского народа. Но мотивы чабанской жизни, проникающие в интерьеры современных городских жилищ, всегда зовут на лоно природы, туда, где первыми встречают восход солнца замечательные труженики гор.